Вы смотрите топ-10 ФОМБЭТ чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой «Супер». Пятый выпуск. Поехали! Открывает нашу десятку защитник Ижевского купола Иван Горшков. Иван прорывается к кольцу по лицевой и как следует заносит сверху одной рукой. Девятое место. Михаил Богданович накручивает защиту соперников, после чего делится мячом с Андреем Десятниковым, который завершает атаку мощным данком с сопротивлением двух игроков ЦСКА-2. На восьмом месте потрясающая люб от баскетболистов университета Югры. Максим Карванин заказывает навес у Кирилла Салмина, вылавливает мяч в воздухе и вколачивает сверху. На седьмом месте расположился центровой Тамбова Никита Иванов, который приходит на помощь Егору Сытникову и добивает мяч кольцо после промаха. Шестое место. Никола Мишкович из Рукута идет в проход, несмотря на сопротивление со стороны соперника, жестко вколачивает сверху. Мощный данк через Павла Захарова. На пятом месте великолепная игра в защите от Геннария Денисова. Юрий Першин идет на взлет, но попадает под горячую руку форварда Русичи. Четвертое место. Нападающий шорт-лока Антон Квитковских перехватывает мяч, убегает быстрый отрыв и смачно вколачивает сверху. Шикарный данк через Дмитрия Злобина. На третьем месте передача «Зарядка» в стиле Ивана Едешко. Виктор пасует из-за лицевой через всю площадку на Михаила Карпачева, и тот вместе с сиреной забрасывает мяч в корзину. Второе место. Защитник фарм-команды ЦСКА Вадим Ширинкин хочет набрать 2 очка, но Семен Медведев припечатывает мяч в стеклу. Зверский блокшот от иркутского центрового. Ну и, наконец, первое место. Вы только зацените, что творит 16-летний игрок Русичи Дмитрий Чикишев. Он демонстрирует своей игрой, что ему вполне по силам сражаться против более опытных соперников. Потрясающая передача за спиной на Александра Литвякова. На этом все. Следи за ФОМБЭТ чемпионатом России Суперлиги на RussiaBasket.ru и люби эту игру.